Потому что все-таки коэффициент использования подвижного состава в стране снижается. И мы очень бы просили при мире создать такую рабочую группу, которая бы оптимизировала перевозочный процесс, привела ряд мер по совершенствованию правил, которые существенно подустарели. Я имею в виду правила перевозок. Мы очень хотели бы все грузоотправители и участники рынка иметь уже в феврале новые правила перевозок, где бы серьезно повысили роль, ответственность каждого участника. Нам нужна стратегия, энергетическая стратегия, единая, где мы бы четко имели представление, что, какая доля будет сжигаться угля, какая должна перерабатываться, как это будет увязываться с возобновляемыми источниками, с газом, с переработкой и сжиганием нефтепродуктов.